Друзья, всем большой привет! Я знаю, что вы очень любите вкусные и при этом простые в приготовлении салатики, поэтому сегодняшний рецепт точно для вас. Салат из трех основных ингредиентов. И первое, что мне сегодня понадобится, это говядина. Говядину буду варить в подсольной воде на протяжении 1,5 часов до готовности. Мясо остужаю в воде, так оно будет оставаться мягким и нежным. Второй ингредиент – это лук. Я использую красный, салатный, он менее злой. Я его нарезаю тонкими полукольцами, отправляю в глубокую миску, и лук мы предварительно будем мариновать. Для этого обдаем его кипятком, оставляем на несколько секунд, затем кипяток сливаем и промываем лук холодной водой. Для маринада я буду использовать лимонный сок, но если у вас нет лимона, можно заменить его уксусом 6 или 9%. Выдавливаю пару столовых ложек лимонного сока, добавляю в лук соль, сахар, черный молотый перец по вкусу, лимонный сок. Все это тщательно перемешиваю и оставляю на 10 минут мариноваться. И третий основной ингредиент нашего салата – это сладкий болгарский перец. Перец я нарезаю тоненькой соломкой, перекладываю в глубокий салатник. Дальше говядина, она у нас уже остыла, разбираем ее на волокна, делается это очень легко. Посмотрите, какое нежное мясо. Вместо говядины по желанию и по своему вкусу можно использовать любое другое мясо. С лука я слила лишнюю жидкость, перекладываю к остальным продуктам и остается салатик только заправить. Я буду заправлять салат майонезом, добавляю 2 столовые ложки. С заправкой можно экспериментировать. Вместо майонеза можно добавить сметану, классический йогурт или приготовить заправку на основе растительного масла. На моем канале много вкусных и простых рецептов салатов на каждый день и к праздничному столу. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках на моем канале. Подать такой салатик можно просто в глубоком салатнике, а если вы хотите приготовить его к праздничному столу, то можно его красиво украсить. Я порубила зелень, у меня петрушка и укроп, и вот таким образом делаю контур у салатика. И посмотрите, какая красота сразу же у нас получается. Друзья, я буду очень рада, если рецепт вам понравится и вы оцените это видео лайком. Вам не сложно, а мне будет безумно приятно. Салат очень вкусный, очень сочный. Его можно приготовить как в будни, так и к праздничному столу. Всем приятного аппетита!